итальянки легкую победу одержат. Вот тогда было такое же качество. Много зависело от этого матча. То есть тоже ведь было психологическое давление. Да, да, и обязательно сейчас... надо было выиграть на выезде. Сейчас они вот так под свою диктовку. 15 после Эриса Евгении Старцевой. Наталья Крутова. И что она опять же будет.